Основательно ударившаяся в Q-pop Айри, презентовав свой новый клип на песню «Кешермена», решила не останавливаться на достигнутом. Причем теперь певица предпочитает не надрывать связки в одиночку, а разделить это с коллегами по цеху. Если быть точнее, то нового дуэта нам стоит ожидать от Айри и Мадины Садвакасовой. Впрочем, какой именно будет новая песня от необычного дуэта и останется ли Айри частью Q-pop Generation, пока не ясно. А вот коллега певиц Али Окапов наконец-то презентовал долгожданный трек «Барабар». Помните, он рассказывал о делах сердечных и о таинственной незнакомке, которая разбила ему сердце. Тем не менее, ему настолько все равно, что он написал об этом песню. Выводы делайте сами. Нам же понятно одно, чувствами завидного жениха жестоко поиграли. Но он все же сумел справиться с разочарованием и двинуться вперед. Кстати, полную версию песни «Барабар» вы можете послушать на нашем сайте gakku.kz.